Сегодня мы с вами в гостях в ресторане «Арагви». Это прекрасная, душевная, милая, тихая и очень комфортная обстановка. Екатерина, расскажите нам о истории вашего ресторана. Наш ресторан, история нашего ресторана начинается где-то с 89 года. Это один из старейших грузинских ресторанов города Харькова. Основное у нас это, конечно, грузинские блюда и европейские блюда. А чаще приходят за какой кухней? Чаще приходят за грузинской кухней. Когда мы предлагаем, что мы можем сделать что-то ваше, нам говорят, нет, давайте, пожалуйста, делайте ваше, потому что грузинская кухня в Харькове очень известна. И многие знают, и многим нравится грузинская кухня. У нас семейный бизнес, мы делаем все очень вкусно, стараемся делать по-домашнему, с нашими специями, которые специально привозят из Грузии. У нас отмечают дни рождения, свадьбы, корпоративы. И те клиенты, которые к нам приходили, естественно, предлагают уже своим друзьям отметить у нас свои праздники. И у нас очень много приходят по совету своих друзей, которые у нас отмечали. Сегодня мы с вами в гостях у ресторана «Арагви» в семейной, теплой и уютной атмосфере. Мы благодарим постоянного нашего партнера, магазин «Папарацци», за техническую поддержку. Команды начинают трудиться, а мы вместе с ними. Поехали! Команда «Фермачо», визажист Даша. Что сподвигло стать визажистом? Здравствуйте. В первую очередь я получаю удовольствие от создания образа, и мне очень нравится перевоплощать модели из одного образа в другой. А какие самые модные тенденции в 2013 году? В этом 2013 году это естественность в первую очередь. Яркие краски на губах. Возвращается и не покидает нас. Это яркие, четкие брови. Команда «Фермачо», парикмахер Оксана. Часто ли принимаешь участие во всевозможных мероприятиях, конкурсах? Довольно-таки часто, но сегодня было мое решение спонтанное. И, к счастью, моя команда подобралась очень хорошая, профессионалы, которые собрались. И я думаю, мы, конечно же, выиграем этот конкурс. У нас все такие скромные. А актуальна ли сейчас короткая стрижка? Конечно же, тенденции моды наши меняются, и в нынешнем сезоне короткая стрижка довольно-таки актуальна. И кто хочет поменять себе имидж, то, конечно же, я советую поменять ее на короткую стрижку. Ну все, стригусь! Ура! Команда «Фермачо», дизайнер Денис. Я знаю о том, что ты владелец торговой марки «Фермачо». Мы видим ваши прекрасные пакеты.
с вашим логотипом. Расскажи, как ты придумал эту марку? Работаешь в команде, делаешь все сам, шьешь. Как это все происходит? Ну, идея в голову мне пришла пару лет назад. Это было во время обучения в институте. У нас было одно задание, которое нужно было выполнить. То есть придумать это задание и выполнить. То есть я придумал, допустим, конкурс, в котором нужно было пошить футболки и сделать на них принты. Вот. Ну, с того момента, как так и задалось, что я решил, это хобби перешло в более профессиональную такую деятельность, вот, и я решил этим заниматься серьезно. Вот, теперь вот на данный момент есть, как ты правильно заметила, все признаки бренда, вот, логотип, кульки, сами вещи тоже отличного качества, то есть я за этим слежу как бы непосредственно, команда, конечно, есть, вот, ну, потому что сам справляться с таким сложно, поэтому у меня есть там дизайнеры, есть швеи, есть технологи там и так далее, но все идеи идут от меня, ну то есть это как мое детище, я придумаю все, стараюсь делать все сам, следить за всем очень тщательно. Команда фирмы «Чо» сегодня привела в шок всю съемочную команду и хозяева ресторана. Комментарии. Да, мы решили использовать уличный стиль в нашей съемке, вот, и решили, что мотоцикл будет как раз очень даже подходить к нашему стилю одежды, футболки, рваные джинсовые шорты, свитшоты, вот, спасибо Даше, она помогла, угнала мотоцикл, вот, спасибо большое, вот и все комментарии, собственно. Да, ну красавец, правда? Я хочу поблагодарить свою команду за то, что мы очень плодотворно поработали сегодня. Также фотографы, модели, все были очень яркими личностями. Особенно этот красавец, который нас вообще здесь окружает. Хочу сказать большое спасибо всем. Команда Fusion, визажист Ксения. Так, ну делись секретами женственности. Какие должны самые главные присутствовать косметические средства в косметичке? В любом случае, я считаю, что не нужно экономить на косметике, потому что, ну, в общем-то, доказано, что дорогая косметика, она дорогая не просто так, и что она на самом деле качественная, хорошая, проверенная. И поэтому я рекомендую не экономить на себе, на своей косметике. Считаю, что обязательно должно быть тональное средство, основа под это тональное средство, тушь и скуловая коррекция. Ну и блеск для губок, потому что макияж должен быть максимально естественным. Fusion, дизайнер Светлана. Ну, делитесь с нами вашими секретами, как получилось стать дизайнером и как пришла эта идея в голову, и все ли получается?
ну, хочется надеяться, что все получается, стараемся, вся команда старается. Как пришло в голову стать дизайнером? Ну, с детства этого хотела, мечтала, там, шила своим куколкам сначала. Потом, когда подросла, стала шить себе, хотелось одеваться как-то интересно, необычно, отличаться от других. Вот научилась сама шить, не училась нигде, ни дизайнерскому делу, ни швейному. То есть вот все сама, по литературе, по книгам и опыт. Большая молодец. А есть уже постоянные клиенты, кто обращается, кто приходит и только к вам? Есть, ну, в основном это пока мои друзья, и вот очень приятно, что модель из моей команды, Карина, вот мы с ней работали, и она решила тоже стать моей клиенткой. Отлично, я вас поздравляю. Будем следить за процессом. Команда Fusion, фотограф Андрей. Самое авторитетное место в фотографии для вас что занимает? Ну, фотография для меня основной, конечно, это момент и эмоции. То есть, чем фотография насыщена, чем она больше несет какой-то, передает оттенок характера, тем она более авторитетна, тем она более интересна зрителям и, скажем так, является удачной. Потому что фотографии постановочные, конечно, хорошие, вот, но если нету конфликта фотографии, нету характера фотографии, то она, конечно, будет проигрывать основным другим. А как вы считаете, что самое главное в профессиональном фотографе, вот стать профессиональным фотографом, это дар от Бога, свет изнутри или все-таки работа? Ну, это работа над собой, прежде всего, потому что любая профессия, любой профессионал – это фактически победа над самим собой. То есть труд, желание и, как бы, должен быть какой-то дар все равно. То есть если фотография, не фотография, любая профессия, так человека должно быть какое-то, что-то внутри в нем, должна быть какая-то искра, которая дает ему в этой профессии жить и развиваться. Fusion, делитесь вашим секретом, в чем суть ваших образов? Мы как два слияния, два я более жесткая, а Карина более мягкая. Так, довольна прическами, макияжем, командной работой? Очень понравился макияж, прически, все профессионалы, все очень с командой. Не бери микрофон. Я повторю еще раз и говори. А, я ничего не говорю. Слушай, очень понравилась прическа, очень понравился макияж, все профессионалы, все очень-очень хорошо работают, очень хорошая командная работа. А фотограф что прокомментирует? Фотографу очень тоже все понравилось, он постарается сделать хорошие снимки. Ну а так результат будет уже по фотографиям видно, судя то, как говорится, по усени. Огонь изнутри, визажист Ксения. Какие чаще всего ошибки допускают женщины в макияже? Ну, макияж, во-первых, должен естественно выглядеть, но девушки часто перебарщивают с косметикой, с перламутром, с блеском, часто не угадывают с тоном лица, например, на 2 тона темнее, чем само тело. Это, в принципе, не очень естественно смотрится. Насчет фотографии, вот, когда на фотосессию приходят, часто используют перламутровую косметику. Она засвечивается, это очень ужасно и некрасиво смотрится на лице. Everything is going right.
парикмахер Алина. Поделись с нами, чем больше нравится заниматься, стрижками или созданием полного образа? Стрижки – это, конечно, очень коммерческое занятие, прибыльное, но создавать образы мне нравится больше. Очень боялась работать в команде, понимаю, что это очень сложно, но мы справились, мне это очень понравилось. Так, и поделись секретами ухода за волосами. Вот что девушкам бы пожелала в первую очередь? В первую очередь пожелала бы не жалеть денег на себя, потому что главное подобрать хороший шампунь, бальзам и маску. Команда «Огонь изнутри», фотограф Ирина и дизайнер одежды Любовь. Так, ну к тебе вопрос первый. А у нас в нашем городе очень много фотографов, и их количество растет с каждым днем все больше и больше и больше. Как бороться с такой конкуренцией и как себя позиционировать профессионалом среди такого количества фотографов? Ну, я считаю, что бороться с конкуренцией надо с помощью креативного мышления, общительности и чувства юмора, ну и, конечно же, профессиональных качеств, развиваться, трудиться, вот и все. Но это мой такой дальнейший план. А ты себя считаешь профессионалом? Ну, пока еще нет, но я к этому стремлюсь и хочу. Я думаю, что это придет с опытом, конечно. И чем больше лет я буду этим заниматься, тем быстрее я стану профессионалом. Молодец. А что вы делаете для того, чтобы стать знаменитым, популярным дизайнером хотя бы в нашем городе? Участвую в таких проектах, как ваш. Я знаю, что у вас есть свой логотип, да? Бренд. Расскажите. У меня есть свой бренд, называется Lady Archers. Он посвящен женщинам. Чтобы раскрыть суть женщины, я работаю над образом женщины. Хочу показать настоящую женщину. Не просто, да, там одеть кого-то, нарядить что-то, а показать, раскрыть именно внутренний мир женщины. Огонь изнутри. Девушки получились очень страстные. Как ощущения? Ну, мы добились желаемого результата и показали суть названия «Огонь изнутри». Очень понравился наш образ. Я думаю, мы осенью все хорошо сработались и показали то, что хотели показать, доказать публике, что женщина настоящая может быть разной. Долго обсуждали, долго принимали решения и все же слушаем комментарии. Представлены работы трех команд. На мой взгляд, самая чистая работа вот эта. Очень красивые прически, достаточно чистый макияж, очень хороший ракурс. Фотограф выбрал. Я считаю, что это самая лучшая работа. Что касается команды на байках, я считаю, здесь идет несовпадение, несоответствие макияжа, образа в целом. Затем в макияже, что я считаю, неправильно сделана, очень вычищенная работа для байка. Все-таки нужно немножко было сделать поживший макияж, растрепанный, немножко поживший в дороге, даже, можно сказать, грязный немножко. Вот. И еще, что мне не нравится, ухудшены черты лица. То есть опущенные брови, опущенные глаза, не задор на байке, а уныние, грусть. Ну вот я считаю, что это недостаток. Что касается следующей команды, мне это вообще непонятно. Ну то есть это нечитаемый совершенно образ, на мой взгляд. Я не понимаю, что они хотели показать. Одно лицо сделано в стиле прошлого столетия, моделировка другой девушки сделана современной. Как они читаются вместе, я не понимаю. Но эта работа мне не нравится.
Спасибо, Евгений Игнатьевич. Еще раз здравствуйте. Конечно же, сразу хочу поблагодарить всех команд за свои работы, за свои старания. Но, конечно же, будет всегда победитель и будут всегда проигравшие. Я в прошлой передаче уже тоже обращался и просил парикмахеров: ребята, неужели это все, что вы можете сделать? Неужели нет сложных работ? Неужели нет сложных каких-то элементов? Неужели не хватает какого-то творчества для того, чтобы как-то усовершенствовать какую-то работу? Да? Если мы будем говорить о данных работах, ну, я не знаю, в чем сложность, да, работ. Если мы будем говорить о байках, да, я понимаю, это образ, я понимаю какую-то вот активную текстуру хотели добавить, все, но мы это уже видели не один раз. И что я могу сказать о данных работах? Вот мастер-парикмахер, который создавал данный образ, здесь сложная работа, это раз. Во-вторых, она актуальная. В-третьих, она чистая. И она сделана правильно, она выдержана правильно. То есть здесь я действительно могу сказать, что спасибо за то, что я могу увидеть хорошие работы. Это действительно приятно. В целом, по образам, конечно, тоже вот момент, да, что хочу сказать, там, по одежде, да, мы разговаривали, были такие вот вопросы, да, некоторые, грубо говоря, неделю делают одно и то же, и у них что-то не получается, что-то какие-то проблемы где-то возникают, некоторые за 5 минут собирают образ. Мы оцениваем здесь и сейчас готовые работы, то, что, как говорится, мы видим. За сколько сделали эту работу, как ее сделали, сколько на нее было затрачено сил и времени, я не знаю, но по опять-таки результатом мы видим, что действительно данная работа, ну, выигрывает в отношении. Спасибо. Михаил? Поехали по фотографии. А можно мне команду? Назовем ее номер 3. А, дешевая, непрофессиональная ретушь. А, то есть делал, что делал. А, ничего сверхинтересного, чего-то, что могло бы зацепить вообще в командной работе, я не увидел. Команда неинтересна. Мне было, честно говоря, противно смотреть данные фото, потому что данные фотографии, потому что настолько непрофессионально сработал каждый член команды, что результат мы видим на лицо. Ребят, ну, стыдно такое фото вообще выкладывать в конкурсной основе. Далее, я немного не согласен с моими коллегами. Я считаю, что мотоциклы, допустим, да, там вот байкерская тема, это, конечно, актуально приурочено к открытию байкерского сезона. И я снимаю перед ребятами шляпу только из-за того, что они затащили байк в ресторан. Ребята, вы мои фавориты. Ну и, конечно же, команда номер один. Замечательно, замечательно сработали, все просто на высоте, все супер, но почему-то мне уже поднадоело. Не знаю, может, со мной все не согласятся, но нужно немножко трешевого, нужно немножко разнообразить это все. Я понимаю, фэшн, флайкови и прочее. Но, ребят, давайте не будем зацикливаться на одной теме, будем экспериментировать, будем развиваться и идти дальше. Хотя у команды номер один фотограф тоже безупречно сработал. Но сказать, что у команды с мотоциклами есть какие-либо недостатки, меня, допустим, как конечного потребителя все устраивает. Тоже достойная работа. Это два моих фаворита, среди которых я просто не могу не разорваться. Мотоцикл супер, фэшн, немножко устарел. Спасибо. Вот так. Я тоже хочу сказать по поводу этих работ. Во-первых, мы уже обсудили визаж, обсудили прически, обсудили фотографию. По поводу целостности образов еще раз обращаемся к фотографам. Мы тут приходим на следующие съемки и не видим, как вы работаете, что вы делаете. Так же, как сказал Евгений Геннадьевич, мы не видим, как вы шьете костюмы, как вы делаете макияж, как вы делаете прическу. Мы видим тот факт и тот результат, который нам принесли сюда на судейство. И фотограф 80% работы выполняет. Все зависит от того, как подаст работу каждого члена команды фотограф. И из этих трех команд, наверное, наиболее лучше, наиболее результативно сработал фотограф, конечно, вот этой команды. И мы выбрали победителя вот эту фотографию, где наиболее четко и наиболее красиво, наверное, показаны образы этих девушек этой команды. Спасибо.
Подытоживая все сказанное, хочу в очередной раз всем напомнить, что в принципе все темы давно уже использованы. Давайте не будем забывать, что в любой сфере деятельности, в любом образе, что касается нашей здесь судейской работы, мы всегда можем увидеть то лучшее, да, что вы можете сделать идеально и совершенно. Потому что действительно мы колесо вновь не изобретем, а подобрать идеальный костюм, макияж, прическу, все это воссоздать, сделать, скажем так, совершенно, у вас всегда есть такая возможность. Спасибо. Ну что ж, победители. Юбилейного проекта номер 10, команда Ля Фам. Много было комментариев, много несогласований, но тем не менее они победители. Мы вас поздравляем. Журнал «Индиань» напечатала ваши фото. Лицезрите по всему городу Харькову. Я вам дарю журналы, дипломы, награждаем и пару слов победителей. Мы от лица всей нашей команды благодарим организаторов этого мероприятия, этого проекта. Нам очень понравилась работа слаженная нашей команды, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Сегодня были образы от самой нежной романтики до самого жесткого рока. С вами был проект «Глянец», я Дарина Пуша. Встретимся в следующем выпуске. Сезон отдыха и путешествий открыт. Туристическое агентство Amazon Tour поздравляет вас с весной и дарит невероятные скидки на лучшие туры в любую точку мира. Высокий уровень обслуживания и гарантированные скидки ждут вас по адресу улица Пушкинская, 59/45, в торговом центре Fashion House на втором этаже. Телефон 063 123 33 32.